Вы смотрите Первый городской телеканал. В эфире программа «Из первых рук», студия Асель Арыстангалиева. Очень скоро начнется кастинг на самый масштабный конкурс красоты. О нем сегодня поговорим. У нас сегодня в студии Нуржамал Мамутова, региональный директор конкурса красоты «Мисс Актобе». Здравствуйте, Нуржамал. Здравствуйте. Итак, скоро мы узнаем имя самой красивой девушки, самый престижный, один из лучших конкурсов красоты, который проходит на региональном уровне и далее уже на республиканском уровне. Да, мы стартовали, у нас скоро пройдет кастинг. 30 апреля у нас пройдет кастинг, 12 часов дня в здании Универ Талова. Приглашаем всех девушек наших красивых, нашего города. Для того, чтобы принять участие только в кастинге, это да. Первый этап, отбор будет, сразу скажем. Это отбор, первый этап будет знакомство, девушки будут себя знакомить. Также мы о конкурсе дадим информацию, как пройдет, когда и... Вот главный вопрос, да, когда пройдет? Уже известна дата? Дата еще неизвестна, но планируем на конец июня. На конец июня. Да. То есть у вас буквально месяц-полтора, два месяца будет для того, чтобы подготовить девушек. Потому что актюбинские девушки, как правило, занимают призовые места в республиканском конкурсе, что не может нас не радовать, конечно. Да, ну и надеемся и в этом году, в 23-м году будем на пьедестале. Ну, естественно, перед каждым конкурсом, я думаю, даже у организаторов некое волнение возникает, потому что какие девушки придут, вам же нужно выбрать, опять же, самую лучшую, и для того, чтобы представить ее в республиканском конкурсе. Но, как показывает практика, если я правильно понимаю, вы делаете ставку на одних, а в итоге выходят совсем другие. Как-то все это преобразуется и меняется? Каждый год это также зависит от жюри, параметры, все подходит. Один год жюри выбирает девушку более возрастом помладше. Так. Другой год, в прошлом году хотели прям, чтобы 25 и не меньше возрастом. Это также зависит от конкурса, от мировых конкурсов. Так. Мисс мира, мисс вселенная. То есть в любом случае они диктуют свои условия? Да. Потому что мы их представители на республиканском, на региональных масштабах, поэтому мы их тоже прислушиваемся. 30 апреля в 12:00 Онер Орталага они приходят. В какой одежде они должны быть? С собой обязательно нужно принести наверняка туфли на шпильки или можно, в принципе, в кроссовках мы сейчас все бегаем? Нет, туфли это обязательно, удостоверение личности, так. Туфли, черная форма одежды. Полностью. Черные брюки или же джинсы, или юбка, платье. Юбка, платье, главное, чтобы черного цвета. Чтобы... А почему? Ну вот почему, скорее всего, на этот вопрос нет ответа. То есть, чтобы все стандартно были, не так, что разношерстные? Чтобы, не выделяли, чтобы разноцветно не было, один цвет, чтобы девушка вот именно даже в кастинге выделялась в толпе. А вот обязательно ли нужно делать профессиональный мейк и прическу? Нет, этого совсем не нужно делать, никакого профессионального макияжа, полностью естественно, все естественно. А если приходят девушки уже, прям подготовленные на 100%, просите смыть? Да. Там же вам нужно месте. Увидеть именно естественную красоту? Мы просим полностью все убрать, у нас все подготовлено, и все женские штучки, и салфетки влажные, все. Просим сразу же на месте все смыть. Нуржамал, по опыту прошлых лет, какое количество девочек приходит в этом году, какое количество девочек ожидаете, будете ли добирать потом, если вдруг определенное количество не наберется? В прошлом году было 2 кастинга, за 2 кастинга около 200 девушек пришли. Ого! Выбрали 35. Ого! В этом году... Да, первый кастинг был 120, второй кастинг где-то 70-80 девочек пришли. В этом году, у нас каждый год... Увеличивается примерно. Тенденция к увеличению или все-таки к снижению? Нет, мне кажется, он так держится. Каждый, да, мы варьируемся от 150 до 200 девушек. Каждый год не уменьшается, не превышается вообще. То есть интерес к конкурсу есть? Есть, да. Почему есть. Девушки приходят? Каждый же приходит со своими, наверное, пожеланиями. Все равно вы же их интервьюируете далее. Какая у нее цель, задача? Ну, у всех девушек разные. Кто-то хочет доказать для себя, для своих сверстников, кто-то для личного роста, потому что это возможность для многих. Также показать себя, выйти на сцену,
кто-то мечтает, вот многие говорят, вот я хотела, мечтала, я видела, я вот хочу попробовать. Обычно такие девочки, которые приходят без каких-либо вот определенной цели, которые говорят, что я просто для себя хочу попробовать. Обычно эти девушки выигрывают в конце. Я вот очень много по практике замечаю. Вот для некоторых это хорошая точка роста. Я здесь абсолютно согласна, потому что у вас будет где-то 1,5-2 месяца подготовки. Да. Что в течение этого времени вы будете с ними делать? Какие будут мастер-классы, может быть? Это как правильно сделать мейк самой быстро, качественно, как волос прибрать? Ну, естественно, дефиле здесь, без дефиле никак. У нас полностью идет месяц, у них идет месяц-полтора подготовки по дефиле. Ставим постановки с ними, работает хореограф. Полностью все мастер-классы и по макияжу, и по одежде. Плюс еще ознакомительные бывают проекты. Это вот мы в основном знакомим с регионом, потому что молодежь сейчас... Все по телефону. Живет в отрыве от современной реальности, давайте так скажем. Да, поэтому мы знакомим более с историческими какими-то объектами города. Необходимо это, я так понимаю, все-таки для интеллектуального этапа, который есть в рамках конкурса красоты, когда ведущий задает вопросы, она должна правильно и корректно ответить. Вот именно в Аксюбинске мы это не практикуем. Не практикуем. Нет, давайте на сцене тогда не об практикуем. Этапах. Какие этапы в конкурсе красоты останутся? Знакомство, визитка. Да, это визитка обязательно. Второе, в этом году немножко будут изменения, потому что в этом году мы будем более в этно-стиле будем делать более на наши орнаменты, на наши национальные одежды будем делать акцент. Поэтому первый выход, это в обязательном порядке, это национальная одежда. Так. Раньше было шили платья одинаковые, а в этом году будет казахские платья. Второй тур, это будет уже творческий. А вот выход в национальном наряде, это и визитка в том числе? Да, это и визитка, вместе. Первый этап, второй этап? Второй этап – это творческий. Творческий будем. Раньше творческий – это не основной был, а это в этом году прям все будут участвовать в творческом. Что, стихи, если она пишет, она их декламирует, если она поет, соответственно, она исполняет мелодию. А если у других девушек нет таких, ну что же она будем должна? Будем учить, будем готовить. У нас есть в запасе 1,5 месяца. Будем работать. Ну, Жамал, подойдут ли такие конкурсы творческие, если вдруг сейчас очень модно заниматься СММ, мобилографией и так далее? Если она хорошо снимает, красиво монтирует, то есть может ли она предоставить? Да, отлично. Даже если есть девочки, которые готовят, это все в творчестве. Все приветствуется. Да. Это очень здорово. Далее, это третий этап у нас. Это второй этап. Второй, третий этап уже выход в вечернем нарядье. Остается. Да, третий этап у нас. Ну, самое красивое, это остается. У нас каждый год уже, в третий год, если не ошибаюсь, нас поддерживает вот летный институт. Надеюсь, когда и в этом году. Молодые парни выводят девушку на сцену, это очень красиво выглядит. Да, это именно выпускников мы берем. Это, считаем, это мы сами, как организаторы, озвучиваем. Первый вальс офицера. Так, а вот касаемо платья, все наряды, все необходимо будет готовить самой, либо вы как организаторы, иногда я знаю, что предоставляете, потому что у вас есть договоренность со спонсорами. Да, мы полностью предоставляем, и в этом году то же самое, ничего не меняется. От девушки требуется главная дисциплина, желание не пропускать, ну и хорошее настроение. Приветствуется, конечно. Гости. Самое главное – гости. Потому что я помню по прошлым конкурсам, вы всегда привлекаете профессионалов. Из разных городов приезжают, они ставят шоу, скажем так, да, но еще и подготавливают. Либо выступают. Были исполнители казахстанские, достаточно известные. Хиты их все мы помним. В этом году что ожидает нас? В прошлом году у нас Алекс Грей был, Ханаева пригласили. Под его исполнение был третий выход наш. Ну и в этом году мы хотим пригласить также профессионалов из Алматы, также будем привлекать из Актюбинска. Очень хорошую коллаборацию мы планируем, надеюсь, все будет хорошо. Ну и звезд будем привлекать также. В любом случае, организация и проведение конкурса такого масштаба – это всегда эмоционально, естественно, очень сложно. Как вам удается держаться в планке, потому что девочки разные, кто-то кучу вопросов задает, наверняка миллион вопросов задает, кто-то, наоборот, умеет слушать и выполнять?
Держаться, не знаю, мне кажется, если нравится, да, если нравится, если даже... Я, наоборот, говорю, лучше 100 раз спросить, чем что-то не так понять, либо же по-своему что-то делать. Ну, Жамал, еще один такой момент есть. Вы всегда участвуете и в благотворительных конкурсах, да, в рамках подготовки к конкурсу. И в самом начале, я не помню, даете ли вы видео, да, презентацию, как проходила подготовка. В этом году благотворительность будет оставаться, приветствуется? Это обязательно у нас. Мы и на местном, и на республиканском. Да, и на местном, и на республиканском. Это основной из критериев, основной из правил для региональных, также для республиканских и в мировых конкурсах. Это обязательно благотворительность, это всегда обязательно нужно. Девушки, которые принимали участие в прошлых годах, они могут принимать участие в этом конкурсе? Или, ну, вы всех знаете в любом случае. Да. Или вы говорите им: нет, девушки, давайте попробуем другие? Нет, могут. Могут. Могут, но девушки, которые уже в прошлом году участвовали, хотят, а когда уже мы иногда бывает приглашаем, они уже, у них тогда видят уже других конкурсантов. Mm-hmm. Неподготовленных. Так. Мне кажется, им уже это неинтересно становится. Да. В первый раз оно все равно что-то новое, им интересно, они с охотой это все делают. Второй раз это очень редко, но приходит девочки. Раз уж заговорили о прошлых участницах, чем занимаются наши победительницы? У нас была и мисс Актобе, и были те, кто занимал призовые места. Продолжают ли они в модельном агентстве у вас заниматься, либо, может быть, уже преподают, потому что опыт колоссальный? Они занимаются, многие также учатся, кто-то работает. Кто-то замуж вышел. Да, есть сразу, у меня две девочки сразу через неделю, если не ошибаюсь, замуж вышли после конкурса. То есть в любом случае это небольшая школа, которая необходима? Лично по мне это очень большая школа. Да, это для любой девушки, это огромный опыт, это большая школа. И надо, наверное, здесь сказать, но, Жамал, все на бесплатной, я так понимаю, да, основе? Все бесплатно. Потому что никогда не был, несмотря на то, что конкурс, есть спонсоры, есть меценаты, которые вас поддерживают, тем не менее, для участниц всегда все было бесплатно. Все бесплатно, также мы со своей стороны полностью все предоставляем. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, 30 апреля в 12:00 в Унер Орталага пройдет кастинг для конкурса красоты «Мисс Актобе». Желающие могут принять участие и попробовать свои силы в этом направлении. Напомню, сегодня в студии была Нуржамал Мамутова, региональный директор конкурса красоты «Мисс Актобе». Будем ждать результатов кастинга, и уже после будем, конечно же, договариваться с Нуржамал об интервью, чтобы рассказала, как прошел кастинг, как готовить участницы непосредственно к самому конкурсу. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. Генеральный партнер программы ТО КТП.